Всем привет! Я Лёша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! В Лиде из-за ревности к мальчикам подрались две школьницы, им 12 и 13 лет. Та, что помладше, она была в школе новенькой и нравилась многим юношам, что и не понравилось ее однокласснице. Спарринг решили устроить прямо за зданием школы. В качестве рефери был одноклассник. Он и прекратил драку, когда удары посыпались уже по лицу. Одна из девушек получила легкие телесные повреждения, а вот вторая угодила в больницу. Опять же из-за ревности. Гомельчанка подошла к двери в квартиру своей соперницы. Короче, дело было так. Она сидела, выпивала со своей подругой и хотела найти своего мужа. Позвонила ему, но трубку подняла соседка. Она и сказала, что ее муженек лежит у нее дома пьяный и спит. Разговора не получилось. Она подожгла двери в ее квартиру. К счастью, никто не пострадал. Но обвиняемую приговорили к 5 годам домашней химии. Белтелеком повышает цены на интернет с 1 октября. В среднем цены изменятся на 4%. Повышение затронет все тарифные планы, за исключением пакетных предложений «Ясно», «Семейный» и «Бизнес-кейс». Подробнее можно об этом узнать на сайте организации. Я напомню, что с 1 октября свои цены также повышает МТС и А1.